да баба. Вместе с курочкой, рябой. Курочка всего одна, и снесла яйцо она. А яйцо-то непростое, словно солнце золотое. Его дед сначала бил так и сяк, и не разбил. Баба тоже его била так и эдак, не разбила. Мышка по столу бежала, к своей норке поспешала, хвостиком яйцо задела, оно на пол полетело, а упав, яйцо разбилось и на части развалилось. Дед и баба сидят, плачут, ряба-курочка кудахчет. «Не плачь, баба, не плачь, дед, я вам завтра же в обед снесу яичко другое, не золотое, а простое». Вот и сказочки конец. А кто слушал, молодец!